В Красноярском крае сотрудники ГИБДД спасли замерзающую 5-летнюю девочку. Ночью при патрулировании поселка Ирбейский экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Михаила Русакова и стажера Дениса Сальникова заметил на улице возле ограды одного из домов маленькую девочку, которая стояла на снегу босиком. Температура воздуха к этому времени опустилась ниже 30 градусов. Инспекторы незамедлительно перенесли ребенка в патрульный автомобиль и доставили в районную больницу. Как позже пояснила полицейским мама девочки, она ушла на работу в ночную смену, а дочку оставила со старшим совершеннолетним братом. Когда девочка заснула, молодой человек отлучился из дома. Проснувшись, малышка испугалась и, раздетая, выбежала на улицу. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.